Подготовка к будущему учебному году на этот раз началась несколько раньше обычного. В четверг представители горадминистрации вместе с губернатором Михаилом Менем проверили ход ремонтных работ в школах города. Здание, в котором располагается 37-я школа, капитально не ремонтировалось с момента его постройки, то есть уже более 70 лет. В 2005 году был составлен проект реконструкции школы, потому что она была в аварийном состоянии. В здании школы старое было стянуто этажами, укреплены оконные проемы швеллерами. И это позволило в конце вот этого года сделать заключение о том, что несущие способности стен школы возобновились. То есть сейчас это абсолютно безопасное здание, поэтому мы выполняем уже косметические работы. Помимо косметического ремонта фасада здания, в школе заменят оконные блоки на пластиковые, а также отремонтируют водопровод и канализацию. В школе номер 43 на улице Носова объем работ гораздо больше. На реконструкцию ее учебных корпусов из бюджета выделены более 6 миллионов рублей. Главная проблема в том, что в центре школы они уже все сделаны очень прилично. И сейчас я ставлю задачу перед городской администрацией подтягивать все другие учебные заведения именно до уровня вот того, на котором находится у нас в центре наша школа. Вижу, пока дело идет. К 1 сентября будет понятно, чем оно завершилось. Ремонт идет по графику. Подрядчик, выполняющий работы, обещает успеть закончить реконструкцию к 1 сентября. Отличный подарок для учеников ко Дню знаний. Наталья Романова, Олег Мелехин, Андрей Семиволков, РТВ Иваново.